Как стать стилистом? Несколько таких вещей значимо. Во-первых, опыт работы, знание, наличие вкуса, образование в области моды, fashion, желание этим заниматься, любовь к моде, к искусству, быть стилистом. И думаю, что клиентура имеет значение, построение своего собственного бренда. В Нью-Йорке довольно-таки много стилистов, которые хорошо зарабатывают. И есть много, которые не зарабатывают. Еще, наверное, больше, которые не зарабатывают, чем которые зарабатывают. Но это не то, что как лицензия у доктора или юриста надо сдавать на лицензию. Я думаю, что определенный опыт работы, определенные референс, рекомендации определяют, кто стилист, а кто не стилист. Если у вас есть какие-то еще вопросы, то что я буду рад поделиться информацией, знаниями, вы можете мне написать на WhatsApp. Это 1-917-825-8225. Или можете написать на email alexander.gurman@gmail.com. Спасибо.